Номер 5, Никита. Никит, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. С микрофоном, наверное, да? Чтобы лучше слышно было. Во-первых, спасибо огромное всем спикерам и вам, что пришли и тратите время на то, чтобы послушать. Я честно сейчас постараюсь за следующие 4 минуты постараться рассказать вам что-то новое, интересное и постараться о сложном или запутанном немножечко легко и приятно рассказать. Хотел начать с того, что поговорить о том, что такое стремление. Да? В принципе, стремление, оно, ну, если его нету, то это ну, декаданс практически. Да? То есть стремление должно быть, и оно движет всем. Будь то стремление помочь родине, будь то стремление помочь близким, протянуть руку или пожать руку, как говорилось в истории про Пабло, или еще что-то. Стремление – то, что движет миром, и то, что движет людьми и нами всеми. Да? Ваше стремление прийти сюда, встать в субботу в 8-9 утра и послушать других и сказать что-то. У группы, о которой я расскажу, тоже было стремление. Стремление было общим. Это группа испанских альпинистов, которая в 2001 году разбила лагерь в предгорье Гималаев. И в этот день они должны были покорить гору, которую до этого никто не покорял. Есть горы, на которые, ну, действительно, люди не поднимались, но есть те горы, на которые люди не поднимались, но очень-очень хотят подняться. И вот это рассказ именно про такую гору. Представьте, предгорье Гималаев, 2001 год, зима, холодно, падает снег и очень тихо, потому что ну, там нет машин, там нечему шуметь особо. Да? Испанские альпинисты просыпаются, выходят, начинают ну, как-то готовиться, там, снаряжение собирать и так далее. И тут видят, что что-то не то. Да? И что-то не то – это около 200 человек, местных жителей, которые плотной стеной молча стоят, окружив их лагерь, и просто не дают выйти. Скажите, кто из вас вообще был на митингах, демонстрациях? Ну, я не про вот эти вот макаронные монстры, да? А действительно, когда люди вот хотят выразить протест, когда они недовольны. Вот кто-то был? Нет? Серьезно. Руки можно просить? Несколько людей были. Мне, ну, не посчастливилось, наверное, на паре таких вещей бывать. Знаете, это страшно, если честно, если люди вот действительно очень сильно негодуют и протестуют. И представьте ощущение ребят, которые честно хотели просто подняться на гору и видят, что местные жители, те люди, с которыми они даже не могут пообщаться нормально, потому что ни языка не знают, ничего, просто молча стоят и не дают им выйти из лагеря. Но, наверное, это страшно. Только после, через 2 недели, когда они соберутся, они не пошли на гору, естественно, не вернулись обратно, собрались, они узнают, что ООН заявила протест против этого подъема, Далай-Лама заявил протест после этого подъема. А знаете, подъем на гору, да, это не просто вот взяли экспедицию, взяли люди, вот мы собрались, такие красивые, взяли сейчас, поднялись и пошли. То есть они действительно послали запрос в китайское правительство о том, что они хотят покорить гору Кайлас, которую никто до этого не покорял. Китайское правительство дало им разрешение. Это уникальный случай и очень редкий. Через день после этого случая, кстати, китайское правительство сказало, что никаких разрешений мы никому не давали и давать не будем. Но пусть это и будет на их совести, правда? В любом случае, ребята не смогли туда зайти, они вернулись, и после этого гору так никто и не покорил. Уже рассказывали по поводу того, что единственный способ ну, причаститься, посмотреть и поучаствовать так сказать, в том, что там творится, это приехать к Кайласу и обойти вокруг. Это 52 километра, это ритуальный маршрут. Почему он ритуально считается? Потому что по преданию и по верованию 4 религий, эта гора она является святой. Наверху горы находится резиденция божества Шивы, ну это в индуизме, и есть поверье, что те люди, которые взойдут на Кайлас, увидят богов, а делать этого нельзя, поэтому они умрут. Честно, я думал, что рассказать вам интересного, чтобы вы не заснули и не смогли вот то, что быстро нагуглить, да? Я начал гуглить, есть такая вещь, как контекстная реклама. Ну, знаете, да, то есть вам взяли один раз насос, забили, и вам потом везде насосы вылезают, да, в поисковиках. Вот, мне эзотерика, жуткие секреты вселенной, гора Кайлас теперь будет преследовать еще месяц, пока я что-то другое не начну искать серьезно. Потому что вы не представляете, сколько реально паранормальных явления приписываются горе, ну, потому что она является объектом многих религий, да, как бы центром, и рассказов о ней. И, по сути, очень много эзотерики насчет этого. Упоминалось число 6666, да, высота 6666 метров, расстояние 6666 километров до Стоунхенджа, до Северного полюса и два раза также до Южного.
Ну, во-первых, это не так. Я, честно, в Google Maps вчера вечером в час ночи сидел и мерил. Да? Это не так, по крайней мере, по версии Google. А Google я верю. Но помимо этого, главное-то что? Да? Это может быть так, может быть не так. Во-первых, это легенда, которая многих вдохновляет. Она вдохновляет на что? На то, чтобы пойти, посмотреть, возможно, что-то для себя придумать новое, возможно, как-то мысли в порядок привести. И знаете, это прекрасно. И пока есть стремление взять и сделать что-то новое, съездить, посмотреть, сходить, мне кажется, это замечательно. Поэтому будь то стремление посмотреть Кайлас, будь то стремление просто прочитать что-то новое для себя, послушать или потратить 4 минуты вашего времени, за что огромное спасибо, и надеюсь рассказать что-то интересное, мир будет двигаться дальше. Поэтому спасибо вам огромное за внимание и, видимо, передаю слово последнему спикеру, фамилию которого я, догадываюсь, знаю. Спасибо, Константин.